Здесь есть озера, реки и поля, и дивные леса в окно видать. И только русский лишь поймет, такая вся Россия-мать. В сопровождении ансамбля «Настроение» для вас поет Евгения Винник. Афанасьев. «Гляжу в озера синие». Русская народная песня «Гармошка». Гляжу в озера синие, Душа, как анисты, сережки, поплакала вот на том поэтапля.
Гармошка, гармошечка нужен, мне голос твой звонкий так нужен. Счастье нам было, и были разлуки, нас всех разбросали шальные года. Но помню всегда я Сережкины руки, гармошку Сережкину, помню всегда. Гармошка, 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 давай умели-ка немножко, отдай-ка мне жару, Сережка, мне свой перебор покажи. Гармошка, гармошечка нужен, мне голос твой звонкий так нужен. Даже простужен в лесу, в осельках и моржи. Года улетели, как лето весное, и вот уж осенний застыл ручеёк. Дверь отворила. Гармошка, 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 давай-ка, милей-ка, немножко, отдай-ка мне жару, Сережка, мне свой перевод покажи. Гармошка, гармошечка нужен, мне голос твой звонкий так нужен, рай пусть он даже простужен. Играет ансамбль «Настроение». Старый рояль из кинофильма «Мы с джазом». Евгению Винник. Две русские народные песни «Ладушки» и вторая «Чай пила,
орехи ела. Играет ансамбль «Настроение». Thank you.
печальном закате запомнился вечер. Белел монастырь, серебрилась вода, и сумрак небес опускался на плечи. Как быстро летят в нашей жизни года! Вот мой городок, с виду крепок и знатен, старинные улицы, вязь, кружева, мужской монастырь, старый добрый приятель, над белым покоем куполов синева. Тиховин, Тиховин, это что за диво? Посад, ярмарка, монастырский сход. Это же жизнь моя, душа моя. Как красиво кругом. Для вас поет выпускник Тиховинской детской школы искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Дмитрий Сорокин. Неаполитанская песня «Влюбленный солдат». Народная «Дельта по речке». Все.
Тусенька, Порошенька, только волосы дерет. Это 17 муниципальных районов, 9 рек и 13 озер, 2 высших учебных заведения и 2 ежегодных кинофестиваля, 29 значимых спортивных объектов и 6 олимпийцев последнего десятилетия – уроженцы Ленинградской области. Наш концерт продолжает выпускник школы Андрей Еремин. Симона из репертуара Владимира Кузьмина. Здравствуйте всем! В море воздух свеж, там бродит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет, там девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Морской рассвет, на целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. Ее картины просто блеск, она богиня среди поэтесс. Играет теннис и баскетбол, слушает Баха и рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Ла-па-па-ну, ла-па-па-па-па-ра-пау. Ла-па-па-па-па-ра-пау. Она прекрасна, как морской рассвет. На целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. На целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. На Рижском с моря воздух свеж,
забродит ветер моих надежд. Но опоздал мой самолет. Бабушка Симона внучку в школу ведет. Симона! Целую побережье лучше девушки нет. Спасибо! Еще раз всем праздником, дорогие сиквенцы! А следующая песня будет про маму. И я хотел бы сказать вам, чтобы вы как можно чаще говорили своим мамам, как вы их любите, какие они у вас золотые, самые хорошие, самые любимые. В ночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках, и вдаль несла нас времени река. Мама! Тени больших берез, наивных детских слез, как наругала шутку и всерьез. Мама вставал и уходил, прощения не просил, как жаль, что я таким когда-то. Московского стилягу. Кто знает слова, прошу подпевать.
улицах Москвы. Не трудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, а сетка кофе с молоком. И побродить по улицам столичным очень любит он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует листы рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Пойди в театр современник, на вечеринку в дом кино, так и завсегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион, а это кто сидит с красивой дамой, ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует листы рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует Тристы рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы, стиляга из Москвы. Спасибо! И вновь мы приглашаем на сцену духовой оркестр. Звучит фокстрот у самовара. Thank you.
обещана полна, ярко светит луна, мы вдоль берега моря идем. Оркестр поздравляет тихвинцев с днем военно-морского флота. Для вас звучит Севастопольский вальс. Заканчивает свое выступление, звучит фокстрот «Марфуша». В следующее воскресенье мы ждем вас на полноценной танцевальной программе. Всю неделю ищите солнце, чтобы мы из-за дождя не сорвали мероприятие. Thank you.